Героев сегодняшней сцены представит со-куратор проекта, со-куратор фестиваля Михаил Сапожников. Спасибо, Соня, дорогая. Ну, во-первых, я должен сказать, что я очень рад, что вот удалось устроить такой грандиозный фестиваль памяти великого Джона Колтрейна, который будет продолжаться 10 дней. Такого фестиваля нигде не было. В Штатах устраивают каждый год фестивали Колтрейна, но даже там до такого не дошли. Я благодарю администрацию гаража, Сону Степанян, Настю Митюшину, Виталия Пацукова, Валерия Мартынчика, художника из Лондона, который сделал световую скульптуру Колтрейна. Вот наш такой небольшой дружный коллектив. Мы очень хорошо поработали и подготовили этот фестиваль. А сейчас я приглашаю на сцену квартет Олега Грымова, который открывает наш фестиваль. Олежек, я представлю музыкантов. Олег Грымов, альт-саксофон, бас-кларнет, кларнет, флейта, тенор-саксофон будет сегодня? Нет. Олег Грымов, солист оркестра имени Олега Лундстрема и концертмейстер группы саксофонов этого оркестра. Правильно я сказал? Пианист Евгений Лебедев. Басист Роман Алмасов. И барабанщик Петр Талалай. Квартет Олега Грымова исполнит специальную программу, приготовленную для нашего уникального фестиваля, который будет состоять из пьес Колтрейна в аранжировке Олега Грымова и собственных пьес Олега Грымова. Я, значит, ухожу со сцены, чтобы не задерживать больше ваше внимание. Олег по ходу концерта будет объявлять все. Спасибо. Добрый вечер. Мы хотим начать со знаменитой композиции, которую блестяще исполнял Джон Колтрейн когда-то. Она называется «Invitation» – «Приглашение». Thank you.
Большое спасибо, это была пьеса «Invitation».